Всем доброго дня! Готовим кабачок. Нарезаем кабачок толщиной 1-1,5 сантиметра. Кабачки солим. Посыпаем перцем и сбрызгиваем растительным маслом. Все хорошенько перемешиваем. Выкладываем кабачки на противень и ставим их в духовку для запекания. Ставим кабачки в духовку. Выбираем температуру 180 градусов, классический режим, и на 30 минут. Все, ждем готовки кабачков. Вот такой результат. Всем приятного аппетита!